Здорово, бойцы! Перед началом хотел бы объявить, в связи с большим количеством просьб, я снова начал заниматься сборкой серверов CS 1.6, но с некоторыми ограничениями и, конечно, в порядке очереди. Кому интересно будет, ссылка на услуги есть в описании. А теперь давайте к видео. Всем приятного просмотра! Ой, так, ну что, здорово всем, привет, давно не виделись. Сегодня мы будем играть на сервере «Бессонная ночь». А мы как-то на этом сервере уже были на стриме, на позапрошлом, прошлом, не помню. Так, прикольно, кстати, такая картинка. Интересно. Так, мы идем, ну, за контров, судя по всему. Да, за теров нельзя. Вот, давно не виделись, очень давно не было видео. Ну, короче говоря, очень в последнее время что-то не получается снимать, поэтому VIP на 3 дня. Интересно, но давайте, наверное, нет. Мы, наверное, без VIP обойдемся. Я хочу, чтобы посложнее было. Такие модельки, типа, виповские. Ну, старенькие. Кстати, не, они нормальные, они прикольные. Просто их такие, блин, не знаю, 2007 годов. Вообще давным-давно уже такие, ну, не используют особо модельки. Но... Ладно, короче, надеюсь, что-то получится снять. Посмотрим, попробуем. Онлайн подрос. IP сервера, естественно, будет в описании. Он кого-то уже с калаша прострелили. IP, сайт, все по серваку, кому понравится, сервак будет в описании. Почему-то у меня режим огня на фамосе не меняется. Это как так? О, прикольное затемнение. О, калашек. Тот самый. Войс, наверное, включить, да? Все. Тут громкие ребята бывают. Да, я пиздюком был, я порой. Все, блять. Лол. Ну вот ты как бы не видел-то. Кого-то в видосах смотрел. Это про меня, что ли? Ну да, большой. И стабильный. Нижний чапки. Это девушка или просто молодой парень? Не трясись. А, со всех сторон. Ой, красиво. У тебя на респе сидит. Ага. Ура, победа. На респе, на респе. Да не не лучший игрок раунда. Лёня. Ой, М-ку выкинул. Да в смысле? Там 2 флешки было, алё. Да в смысле? Там он такой. О, онлайн подрос, хорошо. Погнали, поехали. Лишь бы клавиша не выпадала. Нормальная карта, чё вам не нравится? А, он у себя на респе, походу, да? А, он ушел уже. Победа. 9-1. Пока неплохо. Ну зачем нормальная карта? Продлить, естественно, сейчас продлим карту. Да ты, я только начал, ну даст. Ну какой, ну камон. Да ёпарасете, ну я только зашел. Кстати, стрельба прикольная на сервере, мне нравится. Хорошо так залетает. Четко летит. Все. Смена карты 13-1. Ну, пока пойдет. Итак. Что за контров, за теров? Давайте за контров, наверное. Пока что. Разминки нету? Да не хочу я випку, что ты пристал ко мне? Новичок сервера. Погнали. Там свой. Дайте кого-нибудь убить-то на пистолетке. Да ё-моё. Никого не долюбить. Членник с 2.0 активейтед, да-да-да. Да, блядь, патронов нету! Помоги! Мы все закончили. Я тошнило сбежал, все дорогу. Дайте кого-нибудь убить. Да ё-моё!
Хорош. А пофиг, кэмку возьму без патронов. Без брони. Ой, красиво. Ё-моё. Костя, плюс тест, алё. Ага. Минус 2, окей, пойдет. А я там один был, да? Походу я сейчас войс выключу нахер. Дигл три обоймы. Сука, блядь. А, говно. По тёплой базе, блядь. Дигл тайм. Пусть назад. Я как мясо, понимаешь? Ой. Это было красиво. А сейчас смотрите. По-любому продал. Сидят, блядь. Во-во-во, лучше, красненький. Нормально. Там пошел. Давай. Хорошо. Почему я не могу купить АВП, я не понимаю. Притом никаких этих не выскакивает, что я не могу купить. Никаких предупреждений, очень странно. Ни дыма, ни АВП не могу купить, странно пока. Во. И через F1 тоже не покупается дым. Хотя дым, по-моему, там и не покупается. Вообще странная хрень, короче. У меня 5 беды на все кнопки. Не на все, на белую кнопку. Там перевка двое. Ой-ой-ой-ой-ой! Это было хорошо. Почти троих. Нет, не стыдно. Так ты справляешься? 11-14, как бы не особо. Минус 2 есть. А, 0. 6 на 12, 2 это 0. Минус 3. Где 4 вы? Минус 4. Минус 5. Хороший был раунд. Минус 5, еще бомбу задефузил. Сразу, блин, сколько киллов прибавилось. Немножко из бота превращаюсь в игрока, да, походу? Зажал. О, да. Наконец-то смена карты. Ну, сейчас будет мясо. Ферна, стек. Все, инферно. Отлично, быстрое голосование. Вот плагин. Голосование за карты, можно похвалить. Хороший плагин. Да, меня продали. Ясно.